Все, сегодня мой день бега начался. Следите за моим дневником, за моими ощущениями, за моим бегом. Периодически я буду бегать полумарафоны и марафоны. Сейчас нужно определиться, с каким марафоном я побегу. Ну, вперед. Мой бег в Алании начался. Сегодня прекрасная солнечная погода. Будет 17 градусов. Через 500 метров мы выбегаем на набережную. Здесь прекрасный вид на крепость Алании. Море, солнце. Выйдем сейчас к морю, к воде. Классно. День начинается просто супер. Энергия, заряд солнца, воды, морского бриза. И это может себе позволить каждый. Все возможно. Вон мы подходим к воде. Не такой сильный шторм. Вон там пляж, это второй пляж от центра Алании. Вон длинный. Прекрасная пробежка сегодня будет. Всем желаю здоровья, счастья, благополучия, любви, взаимопонимания, доверия. Здесь на набережной есть тренажер, детские площадки, теннис настольный, там еще детские площадки. Бежим дальше, километр полтора, пока вроде все нормально. Фонтанчик такой, Димины любимой рампой. Целый городок такой достаточно серьезный. Вот какая красота открывается на башню Алании. 2 километра, чуть больше, полет нормальный. Бежим дальше. Уже даже не видно надпись Алании, а я был прямо напротив нее. Вон она где далеко. Небольшие впечатления пробежки. Я 3 километра пробежал. Когда бежишь по набережной и есть пляж, то какие-то особые ощущения, нежели когда ты бежишь просто по набережной и отбойник. Как в Мерсине, например. Это ваш любой момент пойти, искупаться, это, конечно, дает больше свободы и удовлетворения. Поэтому это лучше. Ну что, вот и закончился сегодня мой бег. Где-то около 6-7 километров я пробежал. По ощущениям, значит, бежал хорошо, но дыхание подводило. Немножко пару раз останавливался, потом был передых, когда обратно бежал. Обратно бежал уже без остановок, работал над дыханием. Дыхание очень важно. Работайте над дыханием. 4 раза вдох, 4 раза выдох, потом 3 раза вдох, 3 раза выдох, потом 2 раза вдох, 2 раза выдох, потом темп снижаем и снова 4 раза вдох, 4 раза выдох. Дыхание очень важно. Чувствую, что организм готов бегать дальше, двигаться. Но дыхание подсбилось. Так, сейчас я буду готовиться к марафону. Я думаю, весной где-то его пробегу. Буду стараться бегать чаще. А то последнее время не так часто бегаю. Раз в неделю где-то, 2, может быть. Ну, из-за холодов чего-то, не знаю, смены климата сейчас, да. Сейчас тепло перешло все. То есть в прошлом году-то я зимой бегал постоянно. Один и тот же климат и пробежал полумарафон. А сейчас как-то немножко тяжеловато. Именно почему-то даже не с физической точки зрения, а, может, какой-то, ну, моральной. Вот. Но сейчас вот буду бегать, дыхание восстанавливать. Давайте бегать вместе, давайте бегать полумарафон и марафон, и заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Дневник бега. Всем счастливой удачи.